Елка для маленьких и ретро-елка для взрослых. Сегодня в Ленинском мемориале юным зрителям представили спектакль «Призрак замка Кентервиль». А для представителей серебряного возраста подготовили насыщенную программу «Фоки. Новое поколение». Подробности у Олега Тюрина. Сегодня хвойная красавица Ленинского мемориала собрала детей и их родителей на новогодний карнавал. Поводить хороводы, позвать Деда Мороза и Снегурочку и, конечно же, зажечь елочные украшения. Насыщенную программу подготовили специально для самых разных возрастов. Елка прошла в очень дружественной, приятной атмосфере. Нам год, но несмотря на наш маленький возраст, нам все очень понравилось. Дети танцевали, артисты очень зажигательные. Дед Мороз как настоящий, мы все поверили в чудо. Но главным, конечно, стало представление в большом зале. Артисты молодежного театра погружают зрителя в настоящее новогоднее чудо. В музыкальном спектакле «Призрак замка Кентервиль» бедный и одинокий призрак лорда бродит по сцене и пытается напугать обитателей особняка. Но семейство его совершенно не боится. Не боятся его и зрители, ведь сказку специально адаптировали. Люди, которые сотворили эту сказку, все посылают в зал, как говорится, самые добрые мысли, самые чистые чувства. По задумке, по идее, то, что любовь спасет мир, доброта спасет мир. Вот что еще можно сказать ребенку в Новый год? А в атмосферу волшебства зрителей погружает живой звук. Для этих целей специально пригласили симфонический оркестр. Музыка Поля Дюка Эдварда Грига воплощает колдовство духов и призраков. А для олицетворения сил светлых взяли музыку Петра Чайковского. К данному спектаклю, признаюсь честно, музыку подобрать было непросто. Что очень интересная тематика, и хотелось это связать, конечно же, и с Новым годом, так как у нас новогоднее представление, и отразить всю ту некую фантасмагорическую часть, всю таинственную часть. А вот в «Фоке. Новое поколение» насыщенную программу подготовили уже для людей старшего поколения. В этом году областная ретро-елка собрала порядка 500 человек из муниципальных образований. Такое мероприятие традиционно проводится уже с 2014 года. Сегодняшнее мероприятие – это дань того, что наше старшее поколение, тоже так же, как и младшее поколение, радуется Новому году, проводит встречи с своими друзьями, которыми они познакомились на наших мероприятиях. Карнавальные костюмы, викторины, хороводы вокруг елки и, конечно же, танцы. Программа многообразная, разнообразная. Участвовали во всех, и в конкурсе «Бабок-ежек» в том числе. Когда елка, это всегда интересно. Это весело, энергично, хорошо завлекали нас. И мы с удовольствием проводим здесь время. И пляшем, и поем, и все что угодно. Олег Тюрин и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.